как раз за деревьями получается. Так, 1 мая 2018 год, 5:17 по Киеву. Горизонт чистый, на деревья все портит. Ничего, тоже кадры. Даже интереснее на фоне каких-то объектов. Ты посмотри, как оно рвется. Красота. Да, хотелось бы горизонт все-таки видеть. Вот он. Красотища. Всех с праздником труда. Особенно моих коллег, которые нынче на работе. Миллионов километров до Солнца. Само Солнце почти 1,5 миллиона километров. 1,5 миллиона километров в диаметре. Ну, в общем, 107 диаметров Солнца. Это расстояние между Солнцем и Землей. Задавали, как мы видим с таких больших расстояний Солнца. Так вот, при таких размерах угловая величина Солнца — это все равно что смотреть на футбольный мяч с расстояния 23,5 метра. Мяч футбольным диаметром 22 сантиметра. Или смотреть на баскетбольный мяч, стоя на баскетбольной площадке под одной корзиной, в тот момент, когда мяч падает в противоположную корзину. В общем, ничего
сверхъестественного нет, разглядеть мяч на таком расстоянии. Вот это у нас угловой размер Солнца. Боюсь соврать, по-моему, полградуса. Это пиратская повязка получается на солнце. На перемещение относительно объектов смотреть повеселее. Ну ладно, будем финишировать, дабы камеру не палить. Удачно 1 мая у нас получилось, в смысле безоблачности.